Скандал, который вызвал недавний репортаж в эфире Первого канала. Когда Первый канал показал интервью с беженкой из Славянска по имени Галина Пышняк, которая рассказала о том, что якобы в городе Славянск распяли 3-летнего мальчика. Эта информация была многократно опровергнута всеми российскими журналистами, которые работали в этой, в этом городе, всеми мировыми журналистами, всеми жителями города, которые ни до, ни после не видели такого факта. Тем не менее, это ни разу не было опровергнуто ни Первым каналом, никаких извинений не было принесено. Как вы оцениваете этот скандал? Должны ли понести какое-то наказание те люди, которые имеют к этому отношение? Моя позиция — все нормально. Первый канал брал интервью. Он показал то, что сказали в интервью. Полностью соответствует всем нормам, правилам и критериям журналистской этики. Есть человек, он говорит. Синхрон дали. Знаете, я просто помню, как полгода назад вы отзывались о деятельности другого телеканала, и вы говорили, что если после того, что сделал телеканал, несколько миллионов человек колбасит, то нужно в этом случае увольнять за идиотизм редакциями. Мне кажется... Во-первых, я не вижу несколько миллионов человек, которых колбасит.